Уважаемые спортсмены, дорогие тренеры, родители, болельщики, все те, кто болеют футболом, все те, кто болеют за Ивангородский парус. Сегодня у нас с вами замечательный повод собраться здесь, на стадионе, для того, чтобы поздравить все поколения этой легендарной команды с юбилеем, с 25-летием. Сегодня мне бы хотелось отметить тренеров, которые пришли в футбол, которые ежедневно проводят свое рабочее время с ребятами, вкладывая все знания, умения в них и добиваясь хороших результатов и достойных побед для нашего Ивангорода. В первую очередь хочу поздравить и вручить поздравительный адрес и подарок Бородину Андрею Васильевичу. Тренер, который много лет уже трудится на благо Ивангородской спортивной земли, это Сушко Дмитрий Николаевич. Поздравляем! Парус ведь без корабля не бывает. А нашему парусу, я думаю, что нужен корабль. Я думаю, что нам надо всем вместе загадать одно желание. Я думаю, что обязательно оно сбудется. Давайте все сделаем все возможное и невозможное, чтобы к 30-летнему юбилею у нашей команды был новый футбольный стадион. Мы постараемся выполнить, и через 5 лет встретимся. Ребята, спортсмены, родители, участники сегодняшнего замечательного мероприятия, я от всего сердца хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником. Действительно небольшая, но очень славная история. Когда-то благодаря инициативе простых ребят была организована и создана эта замечательная команда. Большое количество спортивных мероприятий, в которых она приняла участие. Естественно, есть победы, есть чем гордиться, есть достижения. Есть те ребята, которые сегодня посвятили спорту свою жизнь и находятся в нем сейчас. Я от всего сердца хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником, с этой замечательной датой. Ну а ребятам, естественно, дальнейших спортивных успехов. С праздником, друзья! Очень приятно вас сегодня всех видеть здесь. Красивый праздник. Спасибо огромное родителям, которые это мероприятие организовали. Очень красиво, приятно. Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить тренерский состав, тренеров, кто работает, кто команду «Парус» возит, привозит в наш город результаты, огромные результаты для нашего города. Работа с родителями, работа с детьми. Индивидуально. Они у нас... К сожалению, сегодня, на сегодняшний день не
всех заслуг не перечислить их, но вот это результат, сегодняшний результат, результат поколения, которое выросло уже, результат паруса команды, которую знают по всей Ленинградской области, это результат тренерского состава. Им огромный поклон. Директору Левченко Степану Алексеевичу, директора нашего ФОКа, где секция имеет возможность заниматься за многолетнее плодотворное сотрудничество в деле популяризации футбола, пропаганды здорового образа жизни и активное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий и в связи с 25-летием основания клуба. Дети, родители, футболисты, тренеры футбольного клуба «Парус» благодарим. И хочу пожелать удачи в дальнейшей работе. Спасибо вам, ребята. Спасибо огромное. Спасибо за... Очень приятно всех тут видеть. Собрались. 25 лет прошло с того момента, когда команда «Парус» впервые собралась и вышла на изумрудный газон этого нашего футбольного поля. Не назову его стадионом, но футбольное поле. Хочу представить вам тех людей, которые участвовали в играх за «Парус» в первые дни. И некоторые даже участвуют до сих пор. Основал команду и собрал ее на базе простых парней с района Парусинки. Мой брат Александр Сушко. К сожалению, я его не вижу. Но зато я вижу его отца и моего тоже. Николая Александровича Сушко. Вот он, Николай Александрович Сушко. Именно он придумал название команды «Парус» на нашем семейном совете, когда мы решали, как же назвать команду. Также у нас сегодня присутствует участник первого матча команды против команды ветеранов. Ту игру мы выиграли 5-3, и один из голов забил Веселов Алексей. Попрошу сюда выйти. Выходи, Алексей, выходи. Пробку, не жалея ни сил, ни здоровья. Уже начал играть прямо с 94 года. Иванов Александр, прошу сюда. Наш знаменитый правый защитник, центральный защитник, левый защитник, полузащитник. Спасибо за предоставленное слово. Очень почетно для меня. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, футболисты, родные и близкие, мамы и папы этих замечательных ребят, гости праздника, от всей души поздравляю с рождением родного футбольного клуба «Парус». Собрались мы с вами первый раз в 2007 году, и первопроходцами у нас были ребята 98-го, 99-го года рождения. В той команде были... В принципе, хорошие футболисты, которые со временем это доказали, привезли, так сказать, первую, ну не славу, а успех нашему футболу. На тот момент капитан команды, бронзовая линия. Прошу сюда. В 2008 году она стала выступать за футбольный клуб «Аврора». В 2010 году выиграла первенство России по мини-футболу в составе «Аврора». А в 2014 стала лучшим игроком первенства России. Представляете, то есть человек своим трудом, любовью к футболу доказал, что даже в нашем городе можно добиться очень больших и серьезных успехов. 90% кубков это добились эта команда. Большую часть это за призовые места. Выиграли первенство области, ездили на финал чемпионата России по кожаному мячу. И хочется их отметить всех вместе. Честной борьбе, кровью и потом. Точно? Да! Молодцы. За опыт, мудрость, советы и все спортивные секреты. За то, что учите трудиться, уверенно вперед стремиться. За то, что верите в успех. Спасибо вам. Вы лучше всех. Высочайший профессионализм, целеустремленность, душевную щедрость и кропотливый тренерский труд. Ваше терпение, отзывчивость, чуткое отношение и способность увлечь детей, открывая много нового, вдохновляют на новые победы. Спасибо за индивидуальный подход и спортивное творчество.
качества в работе с детьми. Желаю вам новых достижений, успехов и побед. Виктория Новикова! С праздником Парус! По краю поля ты бежишь, ты нападаешь, мяч ведешь. Защитник скачет на тебя, как бык на красного коня. Защитник на тебя летит, и как копытом бутсы бьет. Трибуна левая свистит, трибуна правая орет. Футбол, футбол, кричат болельщики, гол! Кричат болельщики, гол! Какой люблю я Оле, оле, оле.
скажите, вот вы наблюдаете сейчас игру женской сборной России. Отличается она вообще от сборной российской, мужской? Конечно, нет, все то же самое. Все то же самое? Конечно. Давай!
Это же автомобиль, достаточно много, если